большие пакеты такие плоские. А, плоские? Да. Китайцы в основном эти пальчиками набирают. У него как бы плавный разгон сделан, да, плавное да, нарастание да, мышцы. Ну, там дело, потому что можно установить, что он будет подрывать, но можно башку ну, да. А так динамично разгоняется. А батарея сейчас на полный уровень заряжена, да? Или так, подсевший? Ну, это обычная, как литий-ионная батарейка так себя ведет. Плавно-плавно, а потом резко обрывается. Я вот на ходу, если сбросил газ, а потом его резко добавил, он толчком таким дает. А если с нуля, он плавно идет. Это специально сделано, чтобы проскакивать. Да. Он перекрыт. А сейчас тут тоже самодельный контроллер, да? Что сняли до передних штук? Мешал что ли? Чем тормозит этим, да? Это гидролучик, это выключитель. Ну что, перед вставанием выключить обязательно. То есть тут стандартный вело, да, или как бы мотоциклетный контроллер? Нет, это Кёртис, это на погрузчиках ставится, на гольф-карах, рич-траках там. Ну, сейчас это наиболее такой качественный для транспорта. Автомобилисты его ставят,